32. Опять полет. 0 к 2, к 4.20. Шки. Тут интересное предложение, потому что мы на зверя идем. Это на самом деле интересное предложение. Это шанс на комнаты ошибки. Сейчас, похоже, не будет, да. Так, у меня терза просто в таком анале. Терзы вообще нет. Поэтому все же не думаешь, я хочу скипать голову Крампуса, честно говоря. Так рано, тем более. Наверное, это все-таки хуёвый вариант. Все же я этого делать, наверное, не буду. Я могу нажать, но типа... А что нажать? Нет, я могу потерять голову Крампуса, я могу ошибку получить. Крана телепортирует. Вообще, я могу получить секретку на халяву. Ладно, давайте рискнем. Смотрим. Давайте рискнем. Что будет, то будет. Ну-ка. Повезло. Блять. Плацента и автомат на кровь. Был бы я настоящим стикером, я бы тут сейчас бы час нахуй сидел в этой комнате, пока она не прокнет. Был бы я настоящим стрикером, но... Я только притворяюсь. Ну и так, кстати, вроде неплохо дали. 15 монет за 2 тыка, по-моему, это... Конечно, не максимум, но неплохо. Ну, получается 15, да. Пятнашку дали. Привет, Вольфичок. Еще и Сакрума есть, Пардаси, но я не могу пока фармить с плаценты, потому что нету хп второго красного. Плацента даже и работает еще при этом. Сегодня нормально стрикуем, сегодня уже шестой раунд, по-моему, за стрим. Сегодня побыстрее дело идет, нормально. У меня ключей вообще, да, не будет в этом забеге. В принципе, не будет никаких. Правильно понимаю. Не будет. Одни копейки падают. Сид про деньги, не про ключи. И будет ситуация, когда забег в тотальном говне, будешь ждать плаценту ради фарма. Ну да, если будет прям видно, что все плохо, то да. У меня бывали такие, наверное, ситуации уже. Просто видно, если я вижу, типа, что вообще все плохо. Что-то прям необходимость фармить. И не просто потому, что мне делать нехуй. Я хочу, типа, 2 часа один этаж фармить. Ради не пойми чего. В целом, даже этот забег довольно хуёвый. Тут уже можно что-то фармить. Плаценты, чисто в теории. Типа в таком ране я это еще могу, наверное, оправдать. Это было очень тупо. Чего я ждал? Не знаю, чего я ждал. Это было тупо. Это было очень тупо. Так, вот это уже интересно. А! Хуйню сделать, я не могу купить диплопию. Подумал, сейчас я типа это... Взорву этот автомат, а чем я его взорву? У меня бомб нет. Бомб все еще нет. Блин. Это тупо получилось. Окей, ладно, бомба есть. Повезло, но вообще это было, конечно, неумно. Просто хотел ключи заиметь, но хотел
И диплопе тоже займись одновременно с этим. Мне и то, и другое было надо. Нормально. Точно идем на дьявола. Посмотрим. Правда, не знаю, чем я буду его проходить. Чем босса прохожу. Видимо, маскарой. 1.3 тир рейд. Let's go. Надеюсь, будет чем эту маскару там завирайтить. Да, босс охуенный. Ну, можно на горшке посидеть, в принципе, пока. Сюда вообще никуда не попадает. Какие же немедленные. Можно, в принципе, от нее играть, наверное. Скорость говна от них нихуя не убегу, полностью скорость. Посидим на горшочке. Тоже можно задиплить. Ладно. Гапиум. Да будет гапиум. Смотрим. Ну, тоже две части гапиум. А с этим мечом было, даже его не видел. Погоди. Бомб нет, но у меня есть то, что бомба заменяет. Красных не было. На. Excuse me? Это реально прилетело мимо? Серьезно? Ладно. Так, мы на зверя. Нормальный старт. Только маскара как же будет бесить весь забег, надо пока я что-нибудь с ней не придумаю. Я его в плане тирейта. А лучше в плане... Что уж, вообще другую атаку найти какую-нибудь. С маскарой вечно... Двоякое ощущение. Вроде заебись, а вроде... Как же, блять, бить от ебаный шутспид просто никакущий. Просто нахуй вымораживает. И она даже бралась до репа, а в репе она стала еще сильнее, потому что тирзы меньше отнимает. Так, гапиум. Гапиум тотальнейший. А, все, похоже, опять стрима пизда. Опять Twitch под себя срет. Им надо менять каждый ран сервера, чтобы он нормально работал. Увы, срём. О, Эмпресс, всё, это я тоже с собой оставлю. Кстати, да, мне же дали шотспидап, тоже правда. Уже 0.8 шотспид. Даже, кстати, как-то это не понял сразу. Не, потому что был стартовый шотспид хороший. Высокий, поэтому не так много отняли. Не, даже, по-моему, не было 0.6, по-моему. На маскаре изначально. Приятно. Мадам на зверя.
Да, второму баба лучше. У меня довольно мало расходников, поэтому ладно. Чисто из-за расходников хочу. Стрим перезапустить попробовать. Ты мне вообще не дает стрим запустить. Классно. Ну, может быть, стало лучше, не знаю. Что это заебывает уже маленько эти сервера менять каждые два дня. Из Финляндии в Швецию, а потом опять в Данию. Переезды, переезды. Я там еще, по-моему, Норвегия, там, по-моему, хуёвые всегда, по-моему, сервера. По-моему, только Финляндия, Швеция, по-моему, Дания более-менее нормальные. Пока лучше. Кстати, можно гапи дать. Не дал он. Ну, кстати, это, наверное, лучше, чем голова Крампуса. Нихуя себе улетели. Бля, я тут уже был. Не, все равно дропы, нихуя. Походу, сегодня стрим закончен. Просто уже рано 6. Можно уже и заканчивать. Ебать, оно заряжается долго, офигеть. Тут дропы еще хуже, по-моему, чем до этого были. Смешно. Прямо не решилась. Я знаю, что я могу оставить в комнате босса, я в курсе. Просто она даже сейчас, возможно, лучше, чем Крампус Хэт. Она и так, возможно, лучше. Нет, это вообще нахуй бред. Это не стрим. Дания, с которой я ушел в воскресенье, да? Которая у меня лагала в воскресенье. Оно, опять же, оно, сука, минуту-две идет нормально, потом начинаются дропы. То есть это нихуя не гарантия, сейчас будет все нормально. Оно тупо живет пару минут, а потом начинаются дропы. То есть так даже не поймешь нихуя, типа, что сервер живой или нет. Оно потом срать опять, скорее всего, тоже будет. Ладно, давайте хоть забег-то закончить. Так, я им просто ставлю. Я думаю, я заберу с собой все равно в Сульфур. Мне кажется, он лучше, чем Крампус Хэт. Дэмэдж хорош. Как же все лагает.
Это все модем сраный. Зачем я его взял? У меня лаги на стрим перешли из-за модема. Это все из-за него. Как много денег в этом сети падает. Просто с нихуя. Ебан. Бля, меня эта рума нахуй раздражает, убейся. Ну, как будто вроде стало все нормально. Три минуты полет нормальный. Но при этом этот сервак у меня лагал в воскресенье. Так что да. Офигенно. А мне опять скорость долбоебская. Понял. Это раст. Да нет, вроде работает все. Сейчас, по идее, должно все работать. Гапин-то не заходит. Так, тебя надо взрывать. Карта получше? О, карта получше. Окей. Правда, я, может, ее на звуку повезу, а не на зверя. Смотрим. Больше глаз. Где она? Ке? Тут, наверное. Ну, все, у нас три мертвые. Все, уже можно заканчивать. Никто ничего не заметит. Ну, пора уже заканчивать.
блять, уёбище. Окей, оно долго поднималось. Забываешь межмодем. Это учитывать. И не прокнула. Гапиум не прокнул. Это Левиа... Блять, почему ты, сука, трясинник стоишь? В принципе, мне похуй, ладно. В принципе, считай, вообще без лот. Наверное. А, я видел. Блять, меня сливен, сука, вечно пинги мне хуярят. Я не знаю, как их отрубить. На его сервере вечно пинг приходит, что он стрим подрубил. Я там видел по названию, да, какой-то прикол опять. Смешное. Ну, это хорошо, мне кажется. Значит, категория хотя бы не мертвая. Значит, что-то хоть происходит интересное в ней. Ну да. А что он делает? Много-много отыгрывает. Что за глич в двух словах? И предвач. Яся. Яся. Прощайте ключи. Здрасте. Там карсвап на Audi говно, а ты от этого скипа избавляешься и продолжаешь на старый ехать. Минус времени во всех категориях, тем более в НГ плюс. А. Жестко. Получается, новые мемы. Я сегодня мункарта была. Это много приколов, подожди, душа фагота, новая карта. Что с ними делать? С ними делать непонятно. Мне ключи нужны теперь. Два, там больше, чем два стрима должно быть, по идее. Там даже, по-моему, уже три стрима сзади. Если не четыре. Или, может, он не все их зафиксировал. Надо эстенкарту надо выкинуть. Замаринуй. О, у меня вот эстенкарта и импресс получается, прикольно. У меня же две карты. Что-то даже как-то это поздно понял. Приятно. Три удачи. Длинный этаж вниз вытянутый. Так, мне же ключи, по идее, не нужны. Ну, как, не, как бы нужны ключи, понятно, на этом руме на магазин, но... По факту мне ни бомбы, ни ключи уже особо не нужны. На дверя все равно уже попаду, у меня телепорт уже есть. Не пойду обратно, пофиг. Айс. Да пошел нахуй.
что ли, самый, блядь, уебанский босс для псов. У меня же есть хп, да, мне даже сан-карта, по идее, не нужна. А. Уитерная сделка. Потрясающая сделка. У меня сейчас full health. Иди нахуй. X2 это от батарейки, которую я только что купил. X2 ты про госы, про жизнь, я думал, ты про заряд. X2 это от колора. Это же колора 2. Получается. Правда, не знаю, почему X2 это на самом деле. Неправда же, правильно. Или типа два шанса, что они меня воскрешат. Еще не знаю, как работают колоры друг с другом. Я не помню. Как они стакаются. И вообще стакаются ли. Я не знаю. Идите на deadgod.ru, там, возможно, это написано. Я эту хуйню не запоминаю. Это полубесполезная информация. Но я думаю, стакаются, потому что это звучит просто логично, они должны стакаться. Но логика в этой игре, она, как всегда, порой идет отдельно от логики. Стакаются, окей. А если 3 колора или 4, то вообще будет типа бессмертие? Или как? Если больше, чем 2 колора взять? Ну, стоп, если оно не будет правильно. Это вроде все же маловероятно. Потому что нихер шанс остается, что типа что он не прокнет. По механике айтема. Получается не бесполезно. Не бесполезная синергия. Но гапим так походу не сработает. Тут был взрыв двери, опять я видел нахуй, но опять нет секретки. Так-то бесит. Анимация есть, а сука, двери нихуя нет. Нахуй так делать? Question карта. Так сделаю. Больно было запрокают. Сделки нет, конечно. Я ж... Может, ты послышались? Что я еще оставил? Может, не нашел сакруму, не сакрума, а керсруму. А, все, опять лагает. Сегодня такой день с
Стрим говна и, в общем-то, и фреймы говна. Что поделаешь? В другой жизни еще постримим. Вот это был планетарь, оказывается. Не зря вернулся. Ой, это брать не хочу. Ну хотя сейчас вроде полагала маленько. Возможно, это было что-то временное. Хотя бы. В этот раз все же, может, не так сильно полагала. Факт, что оно не возобновится. Военные карты. Как же Гапи мне сыграл. Лучше бы две плетки взял, сейчас был бы шотспит получше. Чем сейчас неплохой шотспит? У меня 1-0-2 шотспит. Почему такой большой шотспит? А, я получил еще с этого. С эйтбола. Да. Я, наверное, с эйтбола, кстати, получил, наверное, планетарий. Скорее всего. Потому что я вообще, по-моему, ничего не скипал. Я же никогда этому руму не скипаю, по-моему. Либо очень редко. Отпусти меня. Все еще не гапим, но это ладно. Это неплохо. Но это неплохо, ладно. Это определенно неплохо. Нашел все еще маскару заменить перманентно. Это приятно. Ну-ка. Ладно. Все еще не гапин, это тоже хорошо. Офигеть, айтемы пошли. Под конец рано. Просто охренеть. Конечно, я не увижу со скидкой и деньгами. It's gone. Just get over it. What do you mean it's gone? How can you have spent our savings? Я не был в этом руме же. Не был. Пошли поищем. Себя оттолкнулась. Ой, я не хочу доллар на брему. Мерзость. И так все нормально. Нет, у нас сегодня стрим срется под себя. По стримам. Вопрос тот же, скипал ли я? Ничего не скипал. По-моему, ничего я не скипал. Вау. Вкусно выглядит. Как не в ошибку. Зато в стартовую руму он тоже неплохо.
Чем мы упаковались? Куда? Еще бесполезная. Ваше много хп слил. Ну, я сам карту буду, еще хп получу. Плюс кровать. Почти фух. Какого члена это сейчас? Откуда-то хуета вылезла? Охуеть, блядь. Надо бы еще дальше отойти от этой параши. Ой, куда далеко стоял. Лопный брим. Да блять, иди нахуй. Мадам дресня. Мадам пиздец дресня. Я думаю, будет пофиг. Там особо ничего не изменится. Только может на звере на самом. С этими огнями атака может тоже будет шизоидная из-за модема. Там билд будет хороший, поэтому пофиг. Также догнет плохо. А, еще не все, я думаю, тоже последняя хуйня. Come on.
пустые будут умирать. В принципе, нормально, наверное. Тут, думаю, не будет атак мемных, но первый круг явно закончим, наверное. Думаю, что я до конца первого круга его убью. Глаза пробуют так себе. Какие условия, чтобы серая без яда стреляла? Больше 15 терзы? Надо иметь 15 плюс терзы. Тогда будет как мегабласт работать. О, почти хватило. Ебать, анимация смешная была. Смешная анимация перехода. Yeah.